Долото, молоток и Николай Калугин начинает большой ремонт. Единственный в регионе памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию совсем скоро будет в идеальном состоянии. Ведь за реставрацию постамента и основания памятника отвечает художник-оформитель Николай Калугин. Еще 3 года назад он привел в порядок аллею культуры. До сих пор как с иголочки. Теперь на очереди просветители славян. В родном селе мастер все делает на совесть. Иначе никак. Но тут уже не помухлюешь. Тут уже пропорции, как говорится, как учили. Старшие, старшие, и прорабы, где работал. Вот. Вот так вот. А там как и помухлюешь. Помухлюешь, завтра наскочит. Ну и зачем он? Кто тебя так позовет? Все по-честному. По-честному. Весеннее обновление в Становом в самом разгаре. Работа кипит и на центральной улице села. Латают бордюры, красят лавочки. Место отдыха селян должно быть в полном порядке. Фронт работает. Ну, облагородить клумбы, все это красиво сделать, покрасить, трещины заделать. Ну, конечно, с удовольствием. Все делается, все у нас делается по порядку. Чистится, убирается. Так что все, да, у нас все время чисто. Мы на это не обижаемся. Все для отдыха, для детей. Ну и вообще все делается как бы для жителей и для гостей нашего села. Так что нам очень нравится. Мы всем довольны и благодарим нашу администрацию, нашего главу и главу области, который нам помогает. Здесь еще несколько месяцев назад были заросли. Валежник убрали, сухие деревья опилили. И главное, все сделали во внерабочее время. Субботники в Становом проходят регулярно. В ближайшее время здесь установят новый кованый забор. Все своими силами. В нашем поселении, допустим, на благоустройство в этом году запланировано всего лишь 600 тысяч рублей. Вот приходится обращаться за помощью. И хорошо, что организации откликаются. И вот совместными усилиями мы, наверное, добьемся того, чтобы Становое было таким же цветущим краем, как оно и было раньше. В общем, приложим все усилия для этого. Этим вазам на улицах села недолго осталось пустовать. За их цветочное наполнение отвечает Галина Козуб. В теплице набираются сил сотни петуний, бархота, кастр, виол. Галина Козуб уже не раз получала благодарности не только от односельчан, но и от гостей Станового. Ведь она главный цветочный дизайнер села. Эти цветы приезжайте на вот центральные клумбы, потом по всему Становому, где клуб, где детская площадка, потом это самое по всей Становлянской улице, Мичуринской улице. В общем, много у нас там участков очень. Вот, будем все ставить еще и кашпо, там разные там украшения. В общем, Становое у нас все цветет. Приезжайте, лето у нас очень красиво. Это уже парк имени Рублева. Он был заложен в 60-е годы прошлого века. Его называют мини-копией дендропарка знаменитой Мещерки. Любимое место отдыха становлян уже облагородили. Остались последние штрихи к общему портрету благоустройства в селе. И в ближайшие недели сами становлянцы поставят оценку труду местных коммунальных служб. Оксана Корабельникова, Анатолий Гончаров. Липецкое время. Становлянский район.